Всем привет, меня зовут Лера, и в этом видео будет несколько новогодних идей для фото дома. Я обожаю Новый год за волшебство и сказочную атмосферу, поэтому мы просто обязаны создать эту сказку в наших профилях Instagram. И ведь для того, чтобы сделать красивое новогоднее фото, не обязательно снимать студию и иметь профессиональную камеру. Достаточно телефона, желания и хорошего настроения. Первая идея очень банальная, но я давно хотела сделать такое фото, поэтому почему бы и нет. Вам понадобится гирлянда, которая наверняка есть у каждого, и если вы вдруг уже принарядили свою елочку, то придется ее раздеть. И не забывайте про теплые объемные свитера. Они добавят на фото домашний уют и комфорт. Выключаем свет и начинаем импровизировать. Здесь уже включайте фантазию на полную. Можете держать гирлянду в руках, набросить на плечи или надеть по принципу шарфа. Лучше всего держать большую часть гирлянды так, чтобы она освещала ваше лицо. Для второго фото вам понадобится красная помада или карандаш, белая акриловая краска и карамельная трость. Красной помадой красим губы, а акриловой краской рисуем полоски, как на карамельной трости. Лучше сразу приобрести несколько леденцов, один, к примеру, держать в руке, а второй и третий можно интересно обыграть. Для атмосферности включаем новогоднюю музыку и начинаем позировать. Третья идея очень простая, но абсолютно незаменима. Такое фото сможет сделать каждый. Садимся на фоне елки, берем в руки чашку чая, бенгальские огни и фотографируемся. Надеюсь, что у меня получилось создать новогоднюю атмосферу, вам понравились мои идеи, и вы воплотите их на свои фото. Спасибо, что посмотрели это видео, и не забывайте про большие пальцы вверх и подписку на наш канал. Пока!